Всем привет, это Пятый Элемент. Сегодня расскажем про телевизор с OLED-матрицей на 55 дюймов, частотой обновления экрана 120 Гц и молниеносным откликом 0,1 миллисекунду. Все это Техно UDL-55. Ну а если вы хотите узнать гораздо больше новой и полезной информации, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка в описании. Поехали! Совершенно безрамочный и ультратонкий, ширина в самой глубокой части 68 мм. Это блок коммуникаций, скрытый под пластиковым кожухом. Сама же матрица как бы парит в воздухе. Ее толщина не превышает 3,5 мм по всему периметру. Добавляем к этому полное отсутствие рамок и получаем как бы портал, парящий в воздухе, в мир графики. И все это можно повесить на стену через крепление веса 200 на 200. Ну а если хотите установить на горизонтальную поверхность, то в помощь, пожалуйста, вот такая трехосевая опора стоит уверенно и опрокидывание абсолютно исключено. Телевизор занимает минимум пространства на горизонтальной поверхности, ну а подобная конструкция облегчила вес телевизора до 16,8 кг без подножки. Огромное количество возможностей присоединиться к данному девайсу, и прежде всего порты, а их здесь хоть отбавляй. 4 HDMI, 2 USB 2.0, 2 по 3.5 джека и, конечно же, все для того, чтобы подключить цифровое, спутниковое или кабельное телевидение. Для стабильного и надежного интернета предусмотрен Ethernet порт. Все находится по левой стороне в тыльной части и закрывается также пластиковым кожухом, так что проводов видно не будет от слова совсем. Матрица — это, конечно же, гордость данного устройства. Разрешение 4К 3840 на 2160, частота обновления 120 Гц и соотношение сторон 16 на 9 в 55 дюймов. Ну а теперь только представьте, время отклика 0,1 миллисекунда, то есть можно смотреть абсолютно любые динамические фильмы и играть в абсолютно любые игры, не боясь, что вы пропустите какие-то важные сцены. Обилие портов предполагает до 4 источников подключения единовременно, в том числе игровых консолей, стриминговых устройств и тому подобного. Какое бы ни было продвинутое железо, достигнуть максимума получится только лишь с предустановленным ПО, и оно здесь не расстраивает. Мозги телевизора — это процессор Cortex-A75 с 2 гигами оперативной памяти и 8 гигами постоянной памяти под управлением операционной системы WebOS 23. Технология EMC гарантирует плавное воспроизведение видео и четкость движения на экране. Широкий спектр возможностей управления как с помощью пульта, так и с помощью голосового помощника позволит вам абсолютно интуитивно и быстро найти необходимую информацию и переключиться между подключенными устройствами. По умолчанию вшиты все актуальные режимы — это игра, кино, спорт, яркие и так далее. Ну а HDR Plus делает безупречным картинку в плане перехода между темными и яркими сценами. Пульт — это отдельная гордость. Это RC-пульт, поэтому мышку или клавиатуру можно вообще не подключать. Смотрите, как он удобненько бегает по экрану. Выбираете все, что угодно и переключаете. Встроенный микрофон в пульте и встроенные микрофоны в самом телевизоре позволят услышать абсолютно любую команду. 4К-видео, природа. Ночной поезд. 4К-видео, Ибица. Работает идеально, все три команды из трех отработали на 100%. Smart TV, браузер и прочие плюшки, предусмотренные на всех подобных актуальных решениях, конечно же, здесь присутствуют. Но это далеко не все. Самое приятное — это вшитый screen mirroring. Достаточно присоединиться к одной Wi-Fi сети. Что касается звука, то мягкий бас, неперегруженные высокие и качественная середина. Короче говоря, не обязательно покупать дополнительный саундбар или подключаться к внешним источникам. Yeah.
плане набор приложений и возможность установки остальных. В общем-то, все то, что необходимо для Smart TV, имеется в этом устройстве. Конечно, это не самое главное, поэтому обращаем ваше внимание на то, что в телевизоре актуально работает Screen Mirroring. Неважно, какая оболочка будет на вашем устройстве с планшета, ноутбука или смартфона, вы с легкостью подключитесь к телевизору и сможете транслировать всю среду вашего мобильного устройства прямо сюда на экран. У Техно получилось качественное мультимедийное устройство с широким спектром возможностей и неплохим заделом на будущее. Актуальные цены и наличие смотрите на сайте 5-й элемент Pi.